Всем привет! Мы пришли на пляж. Даню отвели сегодня в школу. Не опоздали впервые за все время. И он пошел хорошо. Он сегодня будет до часу ровно. Не ровно. Надо будет его в половину забрать. И мы пришли на пляж, сидим тут, думаем о жизни. Вот такие дела. Очень красивая вода. Море не сильно еще бушует. Вообще очень красиво. Прозрачное. Класс. Мне очень нравится сидеть на море, потому что оно меня успокаивает, и я себя лучше чувствую здесь психологически, эмоционально, мне легче. Несмотря ни на что, море всегда меня успокаивало. Вот так вот. И мы тут сидим, умиротворяемся, так сказать. Вот. Бассейн просто еще не открыли. Он в 10 открывается. Мы побежим в 10 часов сразу в бассейн. Попробуем воду. Я не знаю, просто если она холодная, я офигею. Я надеюсь очень сильно, что она не холодная. Потому что сыну мы обещали уже как бы сегодня пойти. Боже, как прекрасно. В очках, конечно, не так красиво, но без очков солнце лепит. Периодически. У нас пасмурно сегодня, но хорошо. Солнце такое пекучее, что я в шоке. Блин, там человек аж вот там вот далеко, там где конец Буйков. Капец. Как так можно плавать? Я бы побоялась бы туда аж плыть. Вы даже не заметите, просто если я вам покажу. Сегодня, кстати, я проснулась, у меня был такой комментарий по поводу того, как мы здесь, как мы переехали сюда, как мы здесь живем, за что мы живем и так далее. Вот, я бы хотела, конечно, снять видео, я попробую, постараюсь. Мы уже пытались снять видео, но у нас были проблемы с камерой, с телефоном, все сломалось, потому что видео вышло на 50 минут. И сейчас мы уже лучше разговариваем с камерой, поэтому я могу спокойно записать уже видео по этому поводу о том, как мы сюда переехали, за что мы здесь вообще, как мы живем и так далее. Вот, я постараюсь это все сжато максимально рассказать, но все это просто так задолго до этого всего началось, что... Я в шоке. Ну, 4 года я мечтала о том, чтобы переехать в эту страну. И не просто так мечтала, как бы я шла к этому потихоньку, постепенно, мысленно. Я должна была как-то с этой мыслью свыкнуться, что другая страна, совсем чужая, совсем все по-другому. Вот. И это тяжело как бы признать. Вот. Поэтому мы постараемся объяснить вам все, рассказать. Ты о чем? О том, что мы снимем видео на тему того, как мы переехали. А. Да. И как мы вообще здесь живем. И как мы привыкли к этому всему, и как мы до этого докатились. В общем, да. Все, мы едем уже за Даней. Не прошло и полгода. Как бы он сегодня до часу. Уже половина. Да, я думаю. Уже можно, да, я думаю, забирать. Поэтому мы едем за Даней. И после этого он сейчас придет домой, покушает, пообедает, и мы пойдем в бассейн. Он так долго этого хотел, что капец. Да, ну очень жарко сейчас, конечно. Да, но я не знаю, как бы вода
нагрелось или нет. Мы посмотрим, проверим. Посмотрим. Ну, пока он покушает, пока то все, да, как да. раз будет нормально, я думаю. Может, полежать сам захочет, может, как раз полежит. Еще водичка прогреется. Да. И пойдем, когда немножко солнце не будет так печь, посмотрим. Даня довольный. Да? Ты счастлив? Да. Да. Куда ты сейчас пойдешь? В бассейн. Он не захотел идти домой, ничего делать. Сказал, идемте сразу в бассейн, все. Мы сказали, хорошо, но давай покушаем. Он не согласился, в итоге придется нам брать с собой еду. Он сказал, туда. В судочке, да, возьмем и пойдем. И да. Поедем в бассейн. Пойдем, там нам два шага пройти, сынуля. Ой, боже, сколько радости. Пришли. Сюда. А где? Тут лежаков нету? Кого? Лежаков. Зонты есть, лежаков нема. Ну ладно. И пришли уже в бассейн. Даня счастлив, уже раздевается. Вот такой бассейн. Ну, большой. Большой, однако. Так что будем мы уже купаться. Класс. Ну как, сынок? Нравится? Он весь дрожит, ему нравится. Водичка чем так, ниже опускается вода, тем ее холоднее. Водичка не холодная? Не холодная, сынок? Мам, выходим. Да держит, смотри. Не страшно? Я ручками еще, одной ручкой попробуй сам. Попробуй одной ручкой. Вот так. О! Не бойся, не бойся. Ты держишься. Ты на плаву, ты на плаву. Ты на плаву. Все хорошо. Тебя все держит. Не бойся. Ну как, хорошо, сынуля? Интересно? Да. Нравится? Будем ходить сюда, когда будет теплая водичка, да? Да. Хорошо. Супер. Мы уже пришли домой. Я покупалась. Даня покупала. В итоге, значит, что бассейн вообще холодный. Вот этот вот холодный, в котором мы были. Там, получается, ну, по кругу дома. Спереди, сзади дом и так сбоку. Короче, везде дома. И получается, вот у нас уже на балконе тенек. Это получается, солнце зашло туда за нас. И здесь напротив, вот напротив дом, получается, на него светит солнце, и там полностью тень. И в этом дворе как бы находится бассейн. Мы вообще расстроились, если честно. Мало того, что он не успел даже прогреться, там буквально, не знаю, сколько часов, там солнце. Ну, недолго, короче, это солнце там. Мы решили, что пойдем в соседний отель, который раньше там моя мама отдыхала, и мы пошли туда. И просто зашли и пошли купаться. Мы что знаем, где все находится. И там детский бассейн, а он такой маленький-маленький, и до метра, короче, или метр. Нет, до метра. И вот, мы покупались там. Недолго тоже. И пришли, короче, домой, потому что уже и Даня такой уставший был, то, сё, уже и он спать хочет, уже у нас три с чем-то, 3:30. Я, конечно, расстроена из-за этого всего, из-за того, что бассейн холодный. Но я надеюсь, когда лето будет жара, то он уже нагреется. Но не, это не точно. И мы договорились... Точнее, мы не договорились. Мы собираемся еще узнать там за другой бассейн, который находится там дальше чуть-чуть. И там говорят, что есть детский бассейн, то есть мы туда сможем спокойно ходить. Но я не знаю, дадут нам ключи или не дадут, или мы уже губозакаточные, нам надо. Короче, вот так вот. Хочется ужасно спать. Хоть мы и покупались там совсем немножко, но спать хочется нереально. Так что сейчас Даня покушает, я приготовлю каннеллони, и мы будем спать. Да, так что такие дела. Завтра все равно никуда не надо. Можно будет дома спать с самого утра. И все,
классно, выспимся наконец-то. Я бы, конечно, хотела видео заснять для вас, но дело в том, что когда Даня дома, это что-то нереальное. Да. Обычно теряется мысль из-за того, что он там бегает, кричит. Даня проснулся, и такой он весь сонный. А, ты еще спишь, да? Он спал до 7 часов. Я хочу поменять постельное на кровать. Я хочу купить отель. А Даня не хочет. Да. И купаться у Баби и все. Такой холодный бассейн везде. Он теплый. Теплый. Наконец-то я поменяла постельное. Теперь у нас вот такая красота. Если бы, конечно, еще не наш свет. Да, сняла наконец-то одеяло. Теперь у нас такая простынка. Честное слово, покупала это постельное когда-то в китайском, когда у нас вообще не было постельного, когда мы только приехали. И ни разу его не стелила. Ну, новое, постиранное, лежало новое. Знаете почему? Потому что оно, во-первых, качество такое себе. Но тут еще одна проблема. Одна сплошная наволочка. Ты что меня тут этот пугаешь? Я пришел телефон поставить на зарядку. И это не под одеяльник, а простынка. Ой, сойдет. Сейчас быстренько включу Жорика. Сейчас он мне все тут промоет. Давай, поехал. Ну? А, ты просто включился. Ладно, поехал. Вуаля. Квартира сейчас будет чистая. Осталось еще Дане простынку поменять. И все. И будет красота. Мы уже вышли. Сейчас будем ехать на велосипедах. Все-таки у нас еще ничего не поменялось. Сейчас я тебя посажу, сыночек. У нас ничего не поменялось. Вообще, как бы сын менял все. Но потом все-таки пришли к одному выводу, что поедем мы на велосипедах кататься. Потому что по-другому не хочется. Голова все так же болит, даже глаза не могу открывать. Кошмар. А мы тут заехали на площадку на детскую по пути. И Даня тут очень сильно веселится. Да. Вот такая площадочка у нас большая, тут огромная. Все есть, тарзанки есть, вот валики есть даже тут. Нет, классная ножкой, площадка. Ножкой. Покатай его. У меня так голова болит, что я даже разговаривать не могу. Кошмар. Ну так нормально. Мы пришли тут на площадку, там где собаки. Смотрите, какая огромная собака. И вот наша. Конечно, отдаст. А этот щенок маленький забрал у Кейси косточку. Ее игрушку. И видишь, кусает. Если я сейчас подойду, она же будет огрызаться, да? Ну она маленькая еще. Ну что ж она будет огрызаться? Думаю, она тебя не укусит. Нет. Кто укусит запросто? Нет. Нет? А ну давай, нет. Я подержу камеру, а ты пойди попробуй забить. Ну давай. Ну ладно. Я просто с детства боюсь собак очень сильно. И как бы какими милыми бы они тут ни казались, я все равно в глубине души боюсь. Давай. Ну гляньте, ну как, это разве собака? Она как и я размером и весит больше меня. И одна одной лапой может меня, не знаю, завалить. У меня с детства страх такой. И это маленькая такая собачечка. А это вот еще одна такая тоже. Вот, пожалуйста, она сейчас упадет на меня, и у меня аж этот горло мне передавит. А это все играется. О. Ну, здравствуйте, конечно. Она за один укус может портфель твой поглотить, кисть. Даже вместе с камерой. А эта косточка кусает. Так как-то нет желания просто отдавать, мне кажется, у нее. Она сейчас ее перепродаст через забор. Смотри, сейчас произойдет обмен такой. Давай. Давай. Это еще маленький совсем щенок. Не знаю, ему месяца 4. Серьезно?
4-5 месяцев так щенки выглядят? Да, 5-6. 6, как они рождаются. Ну, вот это вот щеночек такой. Ой, Кэсси, ты такой щеночек. Кэсси. Ух ты. А где твой свет? Почему мы без света снимаем? А с ним лучше будет? Надо попробовать. Кэсси. А что, уже не твое? Кэсси, это твое. Она уже разлюбила свою косточку. Ну, поближе. Мне кажется, так свет не работает. Она вот так работает уже, да. Косточку съела другая собака. Уже не пахнет Кэссиной косточкой. Ну, видишь, к сожалению. Кэсси. А Даня вон с той играет со собачкой. На. Кэсси, он у тебя фары блестят, а? Кэсси. 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 Не, она ее не хочет брать. Ну, может, она поняла, что это не ее просто. Да, все, она обиделась. Обиделась? Сундучечка. Или ты сундучок? Кто ты? Собачка. Ага, что ты хотела уже микрофон Алину трамбануть? Да. Собака. Собака. Ты хорошая. Собака, ты хорошая. Да, собака. Ну, что ж ты опять ей подаешь? Все, видишь, пошла играться опять. Смотри, играется с тобой. Оп-оп, и убегает от тебя. А ты ей что-то взамен предложи. Да, скажи ей, что ты завтра купишь ей мивину. Привет. Привет. Это твоя собака? Ну, вот эта маленькая карликовая, да. Да. Они говорят, она так это ребенок. Понятное дело, сравнили своих собак. Размером просто, я не знаю. С нашей мини. Ля-ля-ля, когда играть. Мне кажется, она глотнет. Где мой свет? Свет там. Я понял. Нагулялись, мы пришли домой. Кэсичка очень довольна, что? Очень счастлива. Что, папа? Да, Кэсичка? Ты довольна, ты довольна, да. Моя девочка. Она разгулялась так хорошо на той площадке. Вообще отлично, с мячиком. Ну, с косточкой со своей бегала. Кстати, надо ее помыть и отдать ей. Не знаю. Да, сейчас я помою. Не, я мыть уже ничего не буду. Я пока выкупала эту Кэсичку, чуть с ума не сошла. Эй, 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 Кися, Кися, забери у нее. Забери. Хорошо, на улице она не такую грязную. Ну, так я ее выкупала, она чистая. Вот так мне отлично видно. Все, выкупала ее сегодня, потому что она там на той площадке с теми собаками, они как подходят, как начинают ее нюхать. Она ж там вся уже на полу валяется, уже все. Она уже не может. Сегодня гуляли, что там огромные такие собаки, так страшно было. Вообще, ну, обычно ж как, у нас в стране воспитывают таких собак агрессивных, специально для того, чтобы понтоваться там или еще что-то делать. Типа защитники там тролливали. А здесь собаки, они более как для души. Они их любят просто и не учат вот этим всяким агрессивностям. И здесь ни одна собака не кидается практически. Ну, те, кто кидается, они просто так не гуляют. Они обычно в наморднике и на поводке. Это что же от характера собаки зависит. Вот. Но мы встретили сегодня очень добрых, особенно щеночек, Даня с ним игрался. А щенок такой огромный, хана. Я так боюсь, чтобы Кэсси не выбросила свою косточку, она тут летает. Разыгралась под конец, мы уже устали, уже хотели кушать идти. А она разыгралась. Иди сюда, курочка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, курочка моя, курочка. Ну и так вот она летает. Шу! Кэсси, ты бегаешь, да? Не нагулялась? Она совсем не нагулялась. Ей бы еще погулять бы, я не знаю, часа два. Но мы устали. И время уже, да. У нас уже, знаете, сколько время? Уже 11 часов. 11. Все, никто сегодня ничего не монтирует. Я уже сегодня не могу. Я сегодня не в состоянии. Поэтому да, все. Буду я с вами прощаться. Увидимся с вами завтра. И всем пока.